Загрузим наш файл, который у нас был Base Topology. Давайте сохраним теперь. Сохраним как протокол EGRP. Зачем нам маршрутизация? Ну, давайте пропингуем с PC1, PC2. У PC1 у нас адрес 10.0.0. 10.0.10.10, у PC2, как мы помним, 10.0.11.10. Пропингуем. Пинг 10.0.11.10. Естественно, не пингуется. Нам нужно добиться того, чтобы пинг шел. Давайте начнем EGRP конфигурить. Enable. Конфигуры терминал. Что нам нужно, чтобы EGRP сконфигурить? Значит, вот у нас какие тут есть протоколы. Ну вот мы пройдемся все внутренние протоколы. BGP не будем трогать. EGRP. Номер автономной системы. Ну пусть будет первая. У всех наших роутеров должен быть один и тот же номер автономной системы. Теперь нам нужно подключить сети, которые у нас есть на этом маршрутизаторе. Какие у нас сети? Вот у нас роутер 1, вот сеть с PC, сеть с R2 и сеть с R4. Нетворк 10.0.10.0. Нетворк 10.0.1.0. И нетворк 10.0.4.0. Так, нам нужно show IP root EGRP. Да. Вот у нас подключены сети. Они Direct Connected и за одним они у нас подключены как сети EGRP. Естественно, пока мы не увидим другой роутер с этими же EGRP, сети будут неактивны. Давайте мы подключим роутер 2. Так, enable, конфигурируй терминал, роутер EGRP1, без IP, просто роутер. Ну, это для совместимости, когда еще не было IP версии 6. Какие у нас сети? Первая сеть. R2 и вторая. Network 10.0.1.0. Оп. Они встретились, договорились. И вторая, да? Right mem. Show IP EGRP. Show IP root EGRP. Вот он сразу увидел, да? Так, закроем. Смотрим еще раз. Вот видите, он увидел.
EIGRP. Вот он увидел, что сетка 10.0.2.0 через интерфейс 10.0.1.2. А второй роутер, соответственно, увидел у нас две сетки. Ну, правильно, вот эту сетку и вот эту вот. Ну, давайте третий. Законфигурим. Enable. Конфигуры терминал. Роутер EIGRP 1. Один и тот же номер. Системы автономной. Нетворк. Что у нас у третьего? Второй нетворк и третий. 10.0.2.0. Увидел, да? Третий. И нетворк с PC. Одиннадцатый. Шоуру. Где они тут у нас прописались? Давайте посмотрим. Вот. Он все это схлопнул в первую сеть. Значит, и давайте мы посмотрим. Show IP root EIGRP. Вот он видит три сети. Первую, четвертую и десятую, которая находится на первом роутере. Ну и давайте тут мы тоже законфигурим. Enable. Конфигуры терминал. Root EIGRP 1. И у нас дальше идет эти, которые подключены, это у нас третья и четвертая. 0.3.0.10.0.4.0. Show IP root и grp. Что это у нас такое? Ничего не увиделось. Ору. Итак, первый интерфейс, нулевой интерфейс к третьему роутеру, четвертый интерфейс к первому роутеру, да? Это третий, это первый роутер. Так, 10.0.4.2. Да, все нормально, правильно. Значит, итак, теперь давайте пропингуем. Вот наш. И пинг пошел. А как он пошел? Для этого trace rt. Как trace rt, все правильно. Это же у нас Unix, Windows подобная система. Пошло. Давайте смотрим. Вот на этот интерфейс, потом на 1.2, 2 и сюда, вот через верх. Ну, правильно, тут же у нас быстрее, тут медленнее. Мы можем настроить, чтобы он ходил именно здесь, более предпочтительно, но мы не будем заниматься пока такими вещами. Давайте мы пропингуем. Вот отсюда
И сюда. И пошли. Ну, вот так вот у нас идет. Можно скорость увеличить немножко. Скорость. Так вот. Угу. Все идет. Давайте мы разорвем соединение. Ну, естественно, убивать соединение не будем, чтобы он в терминал интерфейс гигабит Ethernet 0.0 shutdown. Shutdown. Интерфейс упал. EGRP, видите, все этот пытается восстановиться. Я симуляцию, наверное, остановлю. Real time переключусь и попробуем пропинговать. Пинг не идет. Давайте будем разбираться, в чем проблема. Так, я посидел. Значит, проблему я обнаружил. Проблема в моей невнимательности. Я неправильно подсоединил последовательные порты на четвертом роутере. Перепутал их, соответственно, ничего не ходило. Итак, пингуем. Пинг идет. Trace route сделаем. Видите, идет через четвертый роутер. И симуляцию запускаем. Угу. Так, давайте мы вот сделаем то, что мы хотели. Давайте мы поднимем этот интерфейс. Enable. Conf.t. Какой мы интерфейс опустили-то? Мы интерфейс опустили. А шатдаун нулевой, да? Давайте мы его сделаем. Conf.t. Интерфейс G00. No shutdown. Так, сейчас посмотрим, куда пойдет сейчас. EGRP сейчас договаривается. Так. Договариваются, договариваются. Видите, сколько вы можете изучить параметры EGRP. Так. Ну, это будет долго. Давайте мы пропингуем теперь 5. Пинг идет. И traceroute. Видите, через второй маршрутизатор идет. Ну и симуляция сейчас тоже пойдет нормально. Вот пинг пошел. Да, вот видите, пинг пошел. Нужно суметь дождаться, когда они договорятся, и все будет работать.
И еще раз. Ну вот, симуляция пусть работает, пусть это бегает и побыстрее. И мы сейчас пинг ходит и сбросим. Вместо no shutdown, shutdown напишем. Вот интерфейс опустили. Так, сейчас смотрим, EIGRP пытается установиться. Видим, это не супер быстро делается. Чтобы новый маршрут перестроить. Пока, видите, EIGRP идет, до пинга еще не доходит. Ну, нам долго придется ждать, я чувствую. Ну, вот на реал-тайм переключили и обратно на симуляцию. Посмотрим, как тут будет. CMP пошло. Ну, как-то вот у меня не хватило сил дождаться, когда он перестроит маршрут. Так что перестройка маршрута неспешное дело. Получается, не забудьте сохранить EIGRP. Значит, ну и теперь у нас пинг идет. Давайте мы все-таки возвратим. No shutdown. Значит, пинг идет, трейсрут идет, а теперь нам бы теперь пропинговать и IP-версии 6. То есть пинг 1.11а не идет. Ну, давайте теперь EIGRP под IP-версии 6 будем подстраивать. Thank you.